Сколько стоят продукты первой необходимости в супермаркете в Алматы? Сегодня я пришла в супермаркет Magnum. Это, наверное, самый популярный магазин, который есть в Алматы. Начнем с химии. Мыло можно взять в среднем за 500 тенге. Я беру Safeguard, оно сейчас стоит со скидкой 450 тенге. Зубная паста стоит от 1000 до 2000 тенге. Я взяла за 1639 тенге. Соки — это, конечно, не прям первая необходимость, но они в среднем стоят 700-800 тенге. Вот такая бумага для выпечки стоит в среднем 979 тенге. А шоколадка обойдется где-то в 650-500 тенге. Кофе и чай бывают разных цен, но если смотреть в среднем, то где-то 2000. Вот с приправой будет тяжело, но вот эта приправа, в ней 200 грамм, она универсальная, она стоит 445 тенге. Переходим к овощам и фруктам, это самое важное. Лук стоит 95 тенге за килограмм. Капуста 114 тенге за килограмм. Морковка 167, а картошка 155. Яблоки в среднем стоят 500 тенге. Кстати, в Магниме они мне очень нравятся. А вот брокколи, цветная капуста и так далее, достаточно дорогое удовольствие, килограмм 1175 и больше. Молоко стоит где-то 700-600 тенге. И такой же цены в магазине кетчуп и кефир. Пельмешки стоят где-то 1350-1700 тенге, в зависимости от фирмы. А это мой любимый творог, он стоит 515 тенге. Майонез тоже вам обойдется где-то 500-800 тенге. На консервы посмотрите цены сами, потому что они здесь слишком разные. И последнее, вот эти мои любимые сардельки стоят 2500 тенге. Куриное филе за килограмм в районе 2000. И за яйца вы сможете отдать где-то 500-600 тенге. Очень важно к этому также хлеб, он стоит где-то 200-400 тенге. Но если вы захотите поесть рыбку или мясо, то за рыбу отдадите где-то 2000 за килограмм, а за мясо где-то 3-4 тысячи за килограмм. Ну вот такая вот корзина получилась у меня, это все вышло на 15 тысяч, а что вы думаете по этому поводу?